Фильм «Щелкунчик и четыре королевства» сохраняет все элементы классической сказки. Это трактовка Щелкунчика, но это не балет. Этот фильм рассказывает любимую сказку, но с неожиданным поворотом. Делает из нее захватывающее приключение. Фильм демонстрирует высочайший уровень мастерства. Художники по костюмам, стилисты, гримеры, декораторы – все получили полную свободу и воплотили свои самые смелые фантазии. Где я? Добро пожаловать в наш мир. Королевство цветов, снежинок, сладостей. И четвертое королевство, откуда пошли все наши беды. Больше всего нас порадовала возможность почувствовать себя ребенком. Мы построили этот удивительный мир, на редкость самобытный. Мир оловянных солдатиков и оживших игрушек. Мышат, мышиного короля. Вы словно оказываетесь в одном из прекраснейших дворцов в мире, где каждая деталь – произведение искусства. Костюмы у нас от обладательницы премии «Оскар» потрясающей Дженни Бевен. Это безупречность в каждой детали. Даже те незначительные мелочи, которые вы вряд ли сможете разглядеть на экране, великолепны. Я и не мечтала, что меня пригласят сниматься в фильме такого размаха, и сбылась моя мечта – раскрыть в танце историю, которая так сильно на меня повлияла, и благодаря которой я начала танцевать. Вас сразу покоряет красота и магия этого мира. Ты поможешь мне все исправить? Disney представляет «Щелкунчик и четыре королевства».